Всем привет! Мне пришла посылочка. Посылочка с ниточками. Вот. Выписывала я их на сайте Вязаный РФ. Вот она пришла в таком пакете. Сейчас я покажу, какие-то ниточки я выписала. Первая ниточка у меня, значит, Ярнард стиль. Вот. В общем, вот она вот такая вот тоненькая. Вот, и сейчас покажу. Я не буду ничего перечислять, я просто покажу. Кому надо, остановите камеру и посмотрите. Вот. В общем, вот такая вот ниточка. В общем, я еще не решила, что я буду из нее вязать. Но, в общем, я хотела попробовать связать, в общем, крючком, так как она тоненькая. Ну, в общем, не знаю, еще посмотрю. Еще не придумала, что я буду. Я выписала 12 моточков. В общем, 500 грамм. Вот. В одном мотке 50 грамм. И, значит, вторую ниточку я выписала вот такую. Газаль Бэйби Готон. Я тоже выписала 12 моточков. Вот. Сейчас я покажу. Эта ниточка немножко потолще. Эта ниточка немного потолще. Вот. И, в общем, я тоже выписала 12 моточков, 500 грамм. Я уже начала вязать. Так, я, значит, нахожусь сейчас в своем дневнике на Леру. Вот, и, в общем, я выбрала вот такую кофточку из малиновой пряжи связать. Ну, я хотела связать или с коротким рукавом, или же связать, ну, тунику, ну, без рукавочку. В общем, посмотрим. Вяжу я по этой схеме. Вот, ну, в общем, когда я вязала, я немножко накосячила, потому что вот здесь две лицевые петли я включила в рисунок свой. И у меня потом распределились вот одна лицевая петля здесь и одна лицевая петля вот здесь я вставила. А когда я набрала по 10 петель, раппорт вот здесь снизу, я набрала 10 петель, я значит, связала горловину. Вот, и, в общем, вот эти две петли не надо было включать в раппорт. Вот, и, в общем, когда я начала вязать, у меня получилось, в общем, лишние две петли. В общем, вот я сколько связала. Вот, я набрала 170 петель. В общем, вязала по схеме. Вот у меня получилось здесь 17, в общем, раппортов. Но я изрядно тут накосячила, потому что я включила вот эти две лицевые петли крайние. И мне пришлось их распределить вот в этом месте и в этом. И вот часть, я когда связала часть, вот они. И вот они у меня здесь закончились. Потом, значит, я просто, когда уже вязала, я не по схеме вязала, уже по рисунку. Вот. И я просто забыла провязать лицевую петлю. И у меня, значит, получилась часть, в общем, с лицевыми петлями рисунка. И часть у меня идет остальная уже без лицевых петель. Вот здесь видно. Вот, вот лицевые петли идут по краям, здесь и здесь. А здесь уже их нет. Я просто их забыла провязать. В общем, они у меня, эти лицевые, ушли в рисунок. Вот эти лицевые петли у меня ушли в рисунок. В общем, я вот здесь сделала накид и пошла по кругу, и все. И потом я уже, когда увидела, что я, значит, вяжу без вот этих вот крайних лицевых петель. В общем, ну так, в общем-то, тоже неплохо.
Вот так смотрится. Вот. Ну, в общем, дальше я буду вязать уже так, как по схеме. Без вот этих двух лицевых петель. Они у меня как-то машинально ушли в рисунок. Вот отсюда, начиная, они у меня ушли в рисунок. И вот теперь у меня их просто нет. В общем, вот такой вот небольшой косяк. Вот. Ну, так, в общем-то, если не скажешь, не расскажешь, в общем, не очень-то заметно. Вот, в общем, я хочу связать или кофточку с коротким рукавом, типа туники. Ну, туничку, наверное. Вот, и, в общем, буду я носить с маечкой, потому что она очень такая вся дырявая. Вот. В общем, вот что у меня получилось. Еще, значит, хотела показать. Я покупала, значит, вот такие ниточки. Покупала я их зимой. Ну, в феврале, да? Ну, в конце января, в общем, начале февраля где-то. Вот, я купила, в общем, это Нако Махер Деликат. Колор Пуф, что ли? В общем, что-то такое. Вот, как показать, чтобы видно было. Вот. Ну, этих ниточек уже продажи нет. Может быть, на другом сайте есть. Вот. В общем, вот такая вот ниточка. Изначально я ее покупала, значит, для безрукавки. Хотела связать в две ниточки безрукавку. Я начала вязать, и, в общем, половина почти провязала. Вот так две ниточки я вязала. Вязала спицами номер 4. Вот, и, в общем, и я ее вот всю распустила. Потому что у меня не хватало ниточек. Я выписала всего 4 моточка. Вот они, 4 моточка. Я почему-то, длина 500 метров, и я почему-то подумала, что мне, значит, хватит на безрукавку. Ну, в общем, я половину связала, я смотрю, что у меня не хватает этих ниток. Хотела, в общем, довыписать еще, чтобы прислали. Но когда я зашла на сайт, уже этих ниточек не было. Ну, я не стала заморачиваться, искать на другом сайте эти нитки. И, в общем, я взяла, просто распустила и связала я себе шапку. Я уже ее, в общем, успела немножко поносить. Вот так у меня, значит, макушка. Вот, вязала я в 4 нитки. Шапочка теплая. Вот. Здесь вот так. Шапочка достаточно теплая. Вот. Ну, в общем, на зиму очень такая хорошая. Не продувает она. Вот. И, в общем, и не успела я связать себе снуд. Я начала вот вязать снуд. Такой вот не широкий, такой вот узенький. Вот. Ну, в общем, у нас пришла рано весна, и я не успела связать. В общем, ну, это уже на осень останется. Я довяжу потихонечку. Вот. Ну, в общем, вот такой у меня получился казус с этими ниточками. Я хотела связать из нее безрукавку, и у меня не получилось. В общем, вот такие вот мои повязушки. Вот, здесь, значит, у меня уже второй моточек вяжется в этой туничке. Вот, ну, в общем, смотрится достаточно красиво. Вот, цвет такой тоже приятный, малиновый такой какой-то. Вот, у меня свет дома плохой, и на улице сегодня пасмурно. Вот, ну, в общем, вот такие вот мои вязальные дела. Всем пока-пока.